Здравствуйте, это наша любимая игра Клондайк. Итак, пришло четверг, пришло обновление. Полярный цветок. И я предлагаю отправиться в первую поездочку. Полетели? Итак, красивый такой зимний остров. Дали 20 энергии. Пожадничали, сразу говорю. За то, что приехали. Ну, какая дама. Новый способ добычи топлива. Ушел профессор, осталась наша дама. Так, отчет о водорослях. Выбрать. Деревья сразу мы тут будем видеть и добывать. Надо будет за водичкой, значит, так выгружаемся. Это у нас что? Спуск. Будем расчищать при помощи пороха. Так, бартер. Делать будем ветер, пирог, монетки, стимулятор, динамит. Так, ну что я хочу сказать? В принципе, даже если вот сразу так, положа руку на сердце, если у вас маленький уровень, чистить не планируете, не счистите. Но вы можете заехать сюда и добывать деревья при помощи вот этой вот иглы. Скорее всего, добывать, потом опять добывать. Видите, так мы не можем, мы можем только или динамитом. И вот у нас тут завальчик. Сразу пойдем или постепенно пойдем. Так, ставим комбо. Выбираем на 90. Задание. Собрать отчеты и улучшить топливную машину. Ну да. 50. Так, я, наверное, сразу за энергетиками быстренько съездю. Так, давайте оценим ситуацию. Остров чиститься будет довольно-таки быстро, потому что, убрав пару здесь деревцов, у меня уже расчистился 1%. Процентная ставка 25. Ну, так, скромненько. Заметьте, на 50 уже даются изумруды. 75 даются изумруды. 100% само собой много динамита и изумруды. Так, начинаем потихонечку чистить. И, кстати, оценивать ситуацию. Ну, он такой не маленький. Скажем так, совсем не маленький. И обратите внимание, ну, как такой там травки на 5 не наблюдается. Хотя 10 это вполне разумное для расчистки. И если у вас плохо с энергией и маленький уровень, то пройдя по таким вот, как говорится, маленьким, по 10, по 15 там, по 20, по 40, можно вполне расчистить первые свои. Ой, а дополниловки-то я и не посмотрела, действительно. Собрать ядра 1200 и открыть спуск в пещеру. И все. Ящик, камни нам нужны. Вот вопрос, сколько? Сколько камня вести-то? Подскажите. Ладно, потом разберемся. Сейчас еще чуть-чуть. А, это тоже все выбивать. Ясно. Пока немножко погуляем. Потом я поеду и привезу. Есть уже, чтобы понять, чего надо, чего не надо. Так, кстати, очень неплохо на этом острове пополнять свой запас керосина, потому что сразу изначально здесь лежало такие, довольно таки неплохо пособиралось нам, как говорится, до общего количества. Ну, деревцов много. Интересно, их можно потом при помощи воды восстанавливать или как?
или просто надо собрать. А это последний, это декора, это не декорация, это. А, там 25 раз можно будет делать топливо. Приятный бонус. Сто сорок. В общем, мне надо сейчас насмотреть, что там по большим. Я могу пойти в другом направлении, если что, покамись. Если оно есть. Вот, например, тут. Не, можно, конечно, полететь, быстренько сделать себе энергию и вернуться и выбить. Как вариант. Убедили. Заодно привезу чего-нибудь. Так. А и заберу сразу уже и подарочек. А что это? А, это энергетик у меня такой. Я даже и не это. Не в курсе. Но это пока все, что я привезла. Так. Полетели. У меня пошел процесс надкусывания. А и сделала много. Было чуть меньше делать. Ладно. Так, 93, 93, 93. 93, 93. Этот на 165 я еще не достаю. Ну, походу, это единственное, что осталось. Ладно, 140. И теперь раскрылся на 165. Я на всякий случай его поставлю, чтобы понять, в игре компаньон или нет. Видите, все больше и больше открывается. А тут проход нету? Нет. Так, я привезла. Построить. Открыть. И что будет? Просто карта. Угу. Строить. Открыть. Карта. Строить. Открыть. А я мало привезла, наверное. Ну ладно, если что, привезем еще. 43. 93. Убрать. Медленно и уверенно двигаемся к цели. Так. Если этот убрать, то тогда у нас откроется еще доступ к одной. Вот это вот надо убрать на 50. Да, вот. Убрать. А, кстати, это же я тоже привезла. Ой, ящик с порохом. У меня пока есть только один. Ну, тут еще подарочков много, помимо всего. А когда убирала, даже не обратила внимания на 120. Во как. Это 75, это легко. Опять появился 140. Так, тут еще не открыли. Тридцать пять, сорок, 43, 93. Ну, мне тут особо ничего не горит. Хотя можно убрать. Ой, пытались напугать. Нам таки в другом направлении. 93. Так, 93. Кстати, 5% уже расчищено. При том, что я еще толком ничего не делала. Ну, я думаю, что, конечно, я мало взяла себе досточек. Просто уверена, что мало.
Так, как тут мы еще чистим? Еще 27. 40, 50. Так, я немножко почистила все-таки территорию. Так, и привезла немножко энергии. 75, 120. 120 это 27. Вот это я молодец, конечно. У меня теперь не хватает на 140. Ну, сейчас есть к чему стремиться. Так, давайте здесь закончим раз. Закончим два. Заберем порох. Сколько еще осталось? 18. Еще где-то одна. А, стоп. Я же ее нашла и не это, и не открыла. Есть. Так, лучше топливную машину. Всего две стадии. А это таки первая. Ой, какая она интересная, эта машина. Гениально. Летучий газ. Во как. Так, здесь осталось еще 19 штук. Так, Мирина собирает на самом деле. Ой, так оно собирает больше минуты. Во как. Когда было по 30 секунд, было, конечно, здорово. А так не очень радует. Нет, мы сюда не пойдем. Мы только посмотрели. Мы пойдем, уберем этот 140. На самом деле. Полетели. Мне стало интересно расчистить этот пятачок. Сколько же это процентов? Ну вот я его фактически расчистила. Уже 16% расчистки есть. Ну, тот камень большой я убрала, нашла другой, недокусанный, я его и поставлю компаньону. Если появится в игре, будет чем заняться. Ну, вот простите, вот как-то вот у меня с большими камнями, ну, не получается у меня их оставлять. Совсем не получается. Нет, я искренне пытаюсь. Я ставлю, убираю, опять ставлю. Ну, вот как-то вот несознательный я компаньон, скажу я вам. Ну, ничего с этим не поделаешь. 50. Ага. Так, ладно, я сильно уже увлеклась, идемте дальше. 35, пошлите. Если что, нам сюда, и нам надо добыть летучий газ, 30 штук, улучшить топливную машину. Ой, вот он. Ха. Значит, нам таки нужны ведра для этой цели. Ну и обратите внимание, хотела поехать за ведром, тут на секунду задержалась и увидела, что тут опять идет 140, 100... 140, 120, 100. В общем, прежде чем идти, решила посмотреть на предстоящую картину, как говорится, что тут надо, чтобы что-нибудь взять с собой, да понадкусывать немножко. Ага, еще 100 и еще 140. В общем, наша песня хороша, начинай сначала. Большие камни присутствуют в хорошем объеме. Дальше явно не пустят. Это у нас 35. Поехали. Сейчас попробую сюда пройти и посмотреть на свои камушки в продолжении. Угу. 165 я тоже уже нашла. Так, это наши. Это открыть. И вот еще есть проходик. В принципе, видите, если у вас проблемы с убиранием большого, то пропускают. Проходы есть. Просто найти проход, как говорится, и пройти мимо. Ну, у меня получается, не проходите мимо. Тоже как вариант. Это что? Это 90. Это 100. Обычно такие на 90. Я же даже как-то и не подумала, что он тоже может быть на 100. Это тоже надо убрать, чтобы увидеть. Продолжение следует, называется. А там 165. Во как. Спрятали. 140. И вот 165. Но я его нашла. Сейчас я его освобожу.
таки да, все прям 100-100. Ну, если вы боретесь за 100% расчистку, вам придется, конечно, потрудиться. Но это зависит от того, какой у вас уровень. Если хороший, то это, конечно, не проблема. А вот я не поняла только юмора. Это как? Со всех сторон закрыто или мне так кажется? Может, мимо этого камня можно будет пройти? Но пока я этого не вижу. Так, вот еще. И сколько ж я уже насобирала этих динамит? А, это не то. Это вот тут надо смотреть. 15. А надо 63. Так что есть куда стремиться. 18, 20, 30, 40, 43. Хватит или еще поищем большое? Даже не знаю. Ладно, давайте еще этот угол посмотрим. И поеду за ведрами. Семьдесят, пятьдесят, ну это такие еще скромненькие. Ага, тут прям угол такой идет из золота. Золото, бриллианты. 75. Во как. Ладно, я этот 75 уберу. Будет ли проходик? И вот еще 75. Ага, а там у нас награда. Там у нас награда, там у нас глина. Кому ее мало, а мне такие ее мало. Меня это очень порадует. Так, 6. 10, 50. Ну, давайте уже оценим в полном объеме. 45, ладно. Тут не одна глина, тут 3, 4. Ну, как минимум 4, а то и более называется. 11, 13. Ладно, идем отсюда. 193. Вопрос в другом. Сколько ж мне штук надо привезти ведер, чтобы всем хватило? Я ж не знаю, сколько выпадает. По одной, по несколько. Ну, явно ж не 30 штук, правильно? В общем, немножко энергии я привезла, конечно. И сначала беру те, которые не сильно большие, и откусываю. Так, я даже не знаю, чего мне хотелось убрать в первую очередь, если честно. 7, 120, 140. Это мне не мешает, оно пусть себе пока стоит. 120. Так, этот угол вообще можно было бы не трогать пока. Ну вот как-то вот не проходите мимо. Так, здесь я сделала 93, здесь я не трогаю. И вот с этого камушка немножко уберу. 20, 30, 180. Сто шестьдесят пять. И вот 165. Так, помощь стоит, Ольшки нету. Хорошо. Так, я привезла. Раз. Два. Три. Так, а поскольку ж с них выпадает? Три убрала и получилось 9. Ага. Подождите, где-то еще вот. 4. 5. 5. Где-то еще не вижу. А, тю, действительно. 5. Исследуйте. Сейчас исследуем. Так, этот 90 надо убрать. И может быть в углу. Хотя я не думаю, что они прям сюда поставят. Ну, чтобы могли разные уровни чистить. Я так думаю, по идее. Но это не точно. Так, у нас тут 93. Сейчас поэкспериментируем, что ли. Брать.
Ага, вот тут еще 165, еще 95. Этот я не дочистила. 2, 3. Убрать. По крайней мере, сейчас убираю вокруг, и доступно станет поставить помощь компаньону. В принципе, тут все большое. Ладно, а сюда можно? Пойдем другим путем. Нам сюда. Я так думаю, по крайней мере. Да, проход есть. Вот еще один нашла. Уже 21. Радует. Хочу обратить ваше внимание, что в этот раз деревья поливать не надо. Оно исчезает безвозвратно. И получается, что просто мы должны для того, что если мы хотим получить эти подарки, нам надо полностью по всей территории собирать эти деревья. Видите, ничего не осталось, никакого следа. Я думала, что можно просто будет одну поливать, собирать, поливать, собирать. Ничего подобного. Как в прошлый раз на прошлом обновлении стоять на одном месте и получать подарки, в этот раз не выйдет. Ну, первые два деревца это 80, так, если не трогать дальше. А 80 в плане бартера это ни о чем, по-моему, да? Ну да. Это только один пирог или один ветер или 100 штук монетка. Еще один нашла. Так, а тут, по-моему, уже тупик идет дальше. Ну, смотрите, получается, мы еще проходим сюда. Потому что... Ой, где она там? И не видно за растительностью. Надо убрать, чтобы можно было убрать. Тавтология. Так, убрать. Ну, выпадают ресурсы дополнительно, конечно, тоже. О, нашла. Еще. Интересно, их можно потом сдвинуть, чтобы они тут не мешались? Ничего подобного, они не двигаются. Ладно, не двигаем, так не двигаем. Просто спросила. Ага, тут по ходу дальше тоже прохода нет. А, вот, я нашла, вот же он бьет ключом. Все. Можно улучшаться. Возвращаемся. А что, подождите, что нам за это будет? Три печки? Довольно-таки подарки нормальные. Ой, какая красота! Продвигается, продвигается. И очень даже успешно. А где-то у нас такое ворота открылись-то. Не только красивый, еще и умный. А еще и очень скромные. Оп. Рычаги. Ключ, еще ключ. Так, подождите, а тут у нас все? Ага, хорошо. Так, тут мы только начали собирать, процесс идет. Опс. Эти рычаги, чтобы пустить, вы не поверите. Их сначала надо найти. Ой, опять 120. И такой беленький, невзрачный, незаметный. Так, да, это я помню, что такие по 46, но так на всякий случай уточнила. Еще коробка.
еще камушки с динамитиком. Это что у нас? Это у нас 45, пожалуйста. Немножко убрать и идти дальше. 45. Я так понимаю, еще в этом направлении можно идти, не только в том. А в том, скорее всего, скажут скоро до свидания, стойте, ждите, пока сделаете задание, не пустим. Ха, деревцо уже 65 пошло. Так, 25. Сорок. Нате вам 65, пожалуйста. А, проходик таки есть. Пошлите. Пока пускают, надо идти. Пока они не передумали. Я еще нашла ключики. Вот. Каждый раз дают по несколько ключей. 75. Сейчас пойдем. 75. О, еще ключ нашла. Ой, это точно нет. 55. 40. 55. Пожалуйста. Мать вам уголечек. А там глина. Хорошо спряталась, но я вижу. 40. 40. 45. 65. Знаете, 65. 45. Тренируемся считать. Видите, дальше как-то так идет с ограничением по заборчику. Куда хотите, не пройдете. 55 есть еще. Я тут, если что, готова. Видите, у нас 40. Ну, пока не вижу. Ладно. Вот интересно мне, что в этом углу. И я все-таки решила, что я его открою. Ага, 175. А, кстати, и вот, смотрите, тут еще два дерева. Так что, если будете искать деревья, чтобы вы знали, где их искать. Еще два здесь и 175. Ладно, я сразу его поставлю. Вдруг компаньон зайдет. Так, и можно теперь, где там я видела 75, у меня было вот проход 75. Это у нас 60, 40, 60. А вот еще ящик. 40, 60, а тут дверь открыть. Как раз у нас 6 ключей. Ага, у нас рычаги за дверью находятся. Очень хорошо. А проволоки-то у меня нету. Опять надо ехать. Я так не играю. А тут, кстати, большой такой камушек, не знаю, сколько ударов, но видно, что такой внушительный. Ой, еще глина. Ой, ну глины у меня будет в этот раз. Ну прям видимо-невидимо. Так, по идее, мне нужно раз 6 штук. Значит, мне нужно, по идее, привести на 6 проволоку. Ну, не факт, что с первого раза будет проворачиваться тоже. У нас и такие шутки бывают. Ну ладно, сейчас пока привезу 12, но там будем смотреть. Знаете, вот в таких деревьях бывают рулетки иногда. Вот и я решила, что
показывать, так уже, ой, показывать вам все. Вдруг там рулетка, смотрим, ой. А там вот это вот, открыть, колоссальный подарок. Нет, никакие фокусы нас не прокатятся. Прежде чем открывать такой подарок, я делаю максимум энергии. Мало ли, вдруг там будет энергия внутри. Ну, хочется, по крайней мере, в это верить. Ну, коллекции. Ну, ресурсов чуть-чуть, опять коллекции. А что-то ценное. Изумруды, там, энергия, динамит. Помощь другу, да. Ну, это так себе ценность. На таком острове помощи ловить можно и так много. Ну, скромный подарок, скромный. Я ожидала получше. Так, все, рычаг есть. Один готов. Так, открываем. И теперь же надо добраться дальше. 45 ворота с этой стороны. А под ними такие маленькие скромные камушки. На 60, на 75. Так, ой. 30-40. Зачем я сделала опять 75? Ладно. Сделала, надо убирать. Да, конечно, наш островок ожидает желать лучшего. А обратите внимание, как красиво расположены по кругу везде такие большие, только большие камни. Ничего маленького. И тут мне кажется, что этот угол даже не обойдешь. А тут, видите, тоже это деревцо, которое надо убирать. Не, ну я, конечно, туда пойду, но пойду потом. А сейчас мы с вами открываем и двигаем. Открываем и двигаем. А, стоять. А, ключи, ну да. Я ж не все ключи открыла. Раз, два. А тут еще вот у нас подарочек с камушками. Динамитик. Вот еще ключ. И вот еще ключ. Открываем. Не хватило. Выпадает по 3, а надо таки 6. О, еще камней нету. А кстати, я даже только сейчас обратила внимание, что этот остров у нас ледяной. Ну, камней здесь тоже фактически нету. Нажали. Где не нажали? Вот. Нажали. Так, этот. Не хватает. Ну, вот еще. Нашла. Сорок четыре случайно сделала. А где у нас тут? Сейчас я убрала. Попробую схимичить. Раз, два. Вот камни выпадают, чтобы не водить туда-сюда. Да дайте камень. Так не играю. А камень? Не дождетесь. Камни так просто не выпадают у нас. Ладно, тут у нас открыть. Опс. А железа-то и не хватило. Надо ехать за камнями и за железом. Так, давайте все-таки заглянем. Что у нас здесь? Ну, прям очень интересно. Ага, деревца. И не поверите, куча глины. Куча глины. Ну, просто, ну, знаете, вот раз уже показываю, надо показать. Ай-яй-яй.
94. Вот это я даю, конечно. Так, как он там делает. Я так понимаю, это все? Нет? Ага, все, теперь надо привести. Я думаю, что видео затянулось, и вторую часть мы сделаем отдельно со сломанными воротами, потому что, ну, уже слишком много времени, и на этом все. До новых встреч.